Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафир 33. Мы с вами продолжаем проходить игру Doom The Golden Souls 2. И у нас с вами 20-я серия. Поэтому мы начинаем с 19-го сейва. Хочу опять попросить прощения за то, что меня так долго не бывает. Но все-таки у меня есть еще и основная работа. И ее очень много. Вот. Могу сказать немного по секрету, что моя основная работа тоже связана с Ютубом. Это проекты, их достаточно много. Как-нибудь потом я вам все расскажу и покажу. Ну а пока мы дальше идем. Дальше идем по сюжету. Мы прошли этот лес чудесный. И там открыли секрет, взяли красные квадратики, вопросики. И у нас здесь вот следующая локация, которая называется Pretty Petals Peak. Что ж, что у нас? 20, 45. Монетка-то у нас 1914. Наверное, надо было, знаете, все-таки надо закупить патрончиков, так как... А, и армор тоже купить. Это Potion Shop, это не то у нас. Магазин, наверное, это, да, шоп. Привет. Чмо. Хочу купить это, хочу купить то, хочу купить это. Черт, а денег? А вот тут что-то маловато денег, хочу сказать. Ну, ладно, ладно, ладно. Мы купили все. Полный фарш. Ну, а теперь давайте пилить новый уровень. Итак. Как он там? Pretty Petals Peak. Ой, блядь, что за хуй? Извиняюсь. Сразу почему-то язык так заплетается с такими словами. Знаете, пока работал себе так нормально. Матом не матерился. Как только сел поиграть, так все. Давайте сейф сразу сделаем, а то... It's me, Mario 20. Да почему ж ты перезаряжаешь самый? Хрена. Неплохо меня помяли, конечно. Откуда вообще? Ох. Чё только не летит? Да он цветы зажарил. Так, 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 стоп. Знаете, я хотел сейчас это прицел увеличить, но у меня не получилось. Ох, так давно не сидел, что даже за столом неудобно, что я лампу не скинул. Так, чё, куда мы идем-то? А, мы идем туда. Что это такое вообще? Кстати, надо не забывать искать монетки. Вернее. Ебать, что это было?
Да. Блин, сейф почаще нажимать. Ты охренел, собака такая. Хрен, что это? Ах ты, сука. Муха-муха, сокотуха. Неужели туда? Как-то неудобно. Да вы гоните? Гонят. Действительно гонят. Пиздец. Слышите? Жужжит где-то, сука. Как же без этого, а? Ха-ха. Их две. Валим. Валим. Охренело. Замаскировано все, а? Опасный момент, который с первого раза убивает. Вот тварь. Мы что-то еще видим? Да, мы видим, на сайте там что-то ходит. Ладно, хрен с ним. Опасная какая хрень.
вроде и стреляешь, и чуток не делаешь, смотрите, монетка. Что-то происходит или мне кажется? Куда идем? Чё делаем? Я туда, ладно, поднимусь. Обратно. А, не обратно. Фак, закрыто. По идее-то должно было быть здесь, нет? Давайте посмотрим, что поймем. Хватит колотить, сука. Тварь. Шлепочная. Сейчас я вас, блядь. Сука, завалил, нахуй. Скотина, мадафака. Дайте мне жизни-то хотя бы немного, что за хрень такая. Здесь еще. Блять, да что ж такое-то? Сука, бесит. Сука. Там блядь, я подохну, а? Раз. Как хренёв, сволочь вонючая. Вы гоните, просто гоните. Ладно, помолчу. Нет, не одно, так другое, а? Так, ладно, ну ладно, короче, мы сейчас вот так сделаем. Ну не так, конечно. Через что? Да похуй. Просто похуй. Не.
Блядь, я же их убил, сука. Блять, вы заебали, дамы и господа. Скорее всего, это господа. Да ёбаный в рот, а! Сука! Ты сука, совсем что? Ты охренел, ой, как тварь. Где все такое? И чего? Не, наверное, все-таки правильно. У меня же здесь не было. Блядь, да чтоб тебе замуж, а? Не удалось, блядь. Это там же сверху. Так долго, блять, проходить всю эту игру, чтобы если в конце с куста ебануться. Самое оно, блять, твою мать, заебало. Бля, это кто-нибудь? Бабочки летают, все вроде бы так знают. Хорошо должно быть, да? Блин, вернись обратно, называется. Смысл-то собирать монетки. Его же никто не отменял. Ты долбоёб, что ли, а? Сука, попала в меня. Дрянь помешала. Эх, тоже. Так, ты перезаряжай свою гармошку, сука. Опасно подходить.
цветами все застраивал. Что должно произойти? Открылось, по-моему, там точно. Блять! Да чё за херня вообще такая? Чё, блядь, происходит, твою мать? Ненавижу этих, блядь, квакающих идиотов, которые кидаются своей тушной колючей. Побежали, сука. Ну там, блядь, старается-то как, а? Ну, блядь! Суки. А у этого вообще кровь синяя-то. Иди, твою мать. Ой, блядь, сейчас не обосрался. Дерьмо, сука. До третьей даже не дошли. Только вторая. Надо аккуратненько, кстати. Да, монетки нам надо пособирать, то у нас монеток мало. Оружие закупили, блин. Давайте постреляем. Мне приходится дрочить кнопку мышки, чтобы нормально стрелял. Потому что если я зажму, он не разбьет, потом он будет вообще. О! Иди, вашу мать! Давайте сейчас, блядь, пару дней. Мать! Ебать, меня порвали. Порвали. Твори в одну, сука. Я с вами, бля, подохну. Вы ёбнулись, что ли? Что такое? На меня прям... Пиздец. Кто кого зажарит, что ли? Ты ёбнулась, а, тварь? Кто? Фу! Мразь. Я думаю, блять, кто меня там... Стараюсь, как за всех сил. Блять, это серьезно, по-моему, знаете. Вот это не заебись, кстати. Это хуёво. Подудим, не подудим. Ха-ха-ха.
Блять, я же всех порешил. Что за херня? Где эта мразь? Ненавижу этих ушлепков. Вот честное слово, что-то прям... Они не стоят. Тебя за ногу, а? Маленькая тупая. Что ты гнилая, блин. Заебись. Так, подождите, о чем мы тут забыли? Опачки. This is хорошо. Сука, блять, хотел убить. Нихуя. Блять, ты... Промежуточная остановка, да? Охренел, тип. Быстро заканчивается. Нормас, нормас, попал вообще, супер. Зачетненько. Открываем. Вы чё, вы ебанцы что ли, а? Гниды. Концентрация очень помогает. Ебать! Помогла. Заебись прям. Сердечко.
Ишь ты нах. Реуган, мадафака. Продолжаем движение. Это монетка, а там была там. Вот еще одна. Хорошо какая. Как лоха последнего. Знаете? Нет, нету ни хера. Ёбнулись, что ли? Что происходит? Блять, ноги бедного не держат. Тарантайки свои сразу. Крысы, а? Так, туда. Ух ты, блин, а? Еще кто надо фанули там. Дрочит. Блять, опять эта тварь вонючая. Говно полезло, да? Ах ты гнида позорная, вот прям перекрестный огонь. Подарок нахуй. Сердечки могут, что оно тут находится. Что оно тут? Что оно там? Вот прям передо мной, я его не вижу, а. Вот что значит, блядь, большой монитор. Башку приходится крутить еще. Что-то я тут сейф, ёпта. Вообще. А, лес гуд. О, это что было? А, слушай, это крылган. Отлично, мы прям соседи. В одном кустике. Слышите, откуда ты доносится, мать?
даже не обязательно идти, да? Надо же, вот, прямо вот так вот. Опа, Экси. Ну что ж, друзья, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Сафир Тритройки на команду ProGamers Fusion. Всем спасибо. И до новых встреч. Пока-пока. Тут мы сначала, конечно, сейф сделаем.